Прежде чем даже себе поставить чай, надо попытаться накормить всех. Кстати, интересный факт. Алиса тут крысу ловит в очередной раз. Крыса пару раз заходила на кухню, но стоящая миска спасает всех, потому что крыса просто ест из миски и уходит. Такая она веселая. Так, ну что? Макс, заходи. Тык-дын, 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 тык-дын. Тык-дын, тык-дын. Так. Где пойманная крыса? Пошли, сначала Максу. Он же старший. Да, я понимаю, ты тоже хочешь. Сначала ему. Потом. Ну. А где лиса-то? А, вот она. Еда, 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 еда. Ну вот. Бегом. И остался только белый. Белый! Белый! Давно тебя не было видно, виляющий хвостом. Да, ребят? О, что такое? О-о-о! Опять зовешь? Нет, нет, Алиса, нет, 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 иди сюда сама. Иди, иди сюда, иди. Ой, надо все пометить. Всю территорию. Свою. Алиса. О. Что там? Что, 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 что? Аккуратно. Втыкайся в снег. Иди сюда, иди, иди. Иди. Нет, я туда не пойду. О. Иди сюда. Нет. Хватит скрипеть, иди сюда. Ты что, говоришь, что туда собаки не ходят, так что давай сюда? О, снега по колено. Сейчас полные ботинки будут снега. Алиса. Алиса. Снег падает с деревьев, как кирпичи. Настроение полно меланхолии. Давай сюда, иди. Ой, еле дошел до тебя. Тихо, тихо, стоять! Нет, не кусаться. Нет, ты зачем меня сюда заманила? Чтобы сказать, что снег твой, и я тебя сейчас покусаю? Давай. О, вредная какая. Чего-то мне не нравится, как ты себя ведешь. Иди сюда. Надо как-то выбираться из данной ситуации. Ноги стоят здесь, Алиса здесь, и мне это очень не нравится. Белый, отвлеки ее. Что такое? Ты чё так вредничаешь? Ну и как мы будем решать такую ситуацию? А Алиса на боевом взводе около моей ноги. Я не двигаюсь. Это как мина. Теперь непонятно, что делать. Идти нельзя. Укусит. Стоять долго тоже нельзя. Кто кого перестоит, что ли? Какая у нас игра? Или идти за веником. За веником тоже нельзя, тоже покусает. Алиса, ну прекрати. Надо как-то выбираться из этой ситуации. Сложная она. Ой, да что ж такое-то? Давай обсудим. Что ж такое-то, а? Прямо боевой взвод. Ну и что теперь? Какие будут советы и рекомендации?
наступил на мину боевой лисы. Это надо же. Можно только обратно по своим следам попытаться выбраться, да и то, наверное, не получится. Или убежать, только очень быстро. Но тоже, наверное, не получится. Ты меня сюда специально заманила? Ну чего такое? Нельзя? Трогать тебя нельзя вообще? То есть ты охотишься за моими ногами, а мне тебя трогать нельзя. У него еще завтрака не было. Кстати, лиса отлично пользуется дверьми для котов. Последний раз, когда она забежала вовнутрь помещения, дверь открывается наружу, чтобы можно было выбраться в случае чего. Вот если лису там забудут. Я ее схватил за филейную часть. Она пыталась выбраться из этой двери наружу. И, ну, то есть уже на 80% выбралась. Но я думаю, отпущу. Выхожу, а она эту дверцу держит зубами и пытается ее кусать. Как бы дверь ее поймала. Дает понять, что она ее укусит. Можно взять, конечно, за шею и отнести в вольер толстую даму, которая много себе позволяет. Ого. Так. Я слышу какой-то звук. Да, это пруд включился. Итак, кто первый ест семечки? Как вы думаете? Да, это ты любишь. Пойдемте, Макс, ты первый. Тихо, тихо, Алиса. Теперь все поверху, поверху. Стол поставили, теперь можно сверху ходить. Алиса, пошли. Пойдем, у тебя не тут. Миска твоя. Нет, нет, нет. Пойдем, не упади только. Давай, аккуратно, аккуратно. Назад, 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 аккуратно. Давай, давай, давай. Пошли. Пойдем со мной, пойдем. 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 Где миска твоя? Где миска? Показывай. О-о-о. Слово миска это. Алиса знает лучше всех. Вот твоя миска. Давай, вываливаем тебе семечек. Все. День удался. Одно из любимых лакомств. Чищенные семечки. И не спрячешь. Все? Все хорошо? Ну вот. Пока Алиса ест семечки, можем посмотреть Алисин хвост вблизи, если я тут не упаду. Так как весна у нас прекратилась. Ой. Именно в этот момент она дает потрогать хвост, потому что ей некогда. Обычно не дает. О, видите, какой пушистый. Хороший способ отвлечь лису от каких-либо дел, это угостить ее семечками.
Белый, пошли, твоя очередь тоже. Пошли, пошли, пошли со мной. Пойдем. И последний, самый младший. Сейчас тоже будет есть семечки. Ждем. Я пошел на кухню за ними. Курица спускается вниз. Это моя курица, погоди. Пока что она не твоя. Я ее еще не вытащил. Ты лежи, лежи. Ты же свой угол отвоевала. Все, лежи, пожалуйста. А я тут вот займусь чем-нибудь. Курица у меня есть, да. Да? Короче, это вечерняя охрана курицы. Может, погладиться? Нет? Тоже нет? А если я на стул сяду, ты так же будешь кричать? Отодвигаюсь назад. Отхожу, отхожу от тебя. Ой, когда у тебя нет настроения, с тобой вообще общаться невозможно. Вот, я сел на стул. Легче? Вот попробуйте лисе что-то доказать. Нет. Только методом суровых переговоров. Длинных и назойливых. Погладить? Погладить тебя? Нет, даже не реагирует. Ну ладно. Самое главное, чтобы на ночь не осталось на кухне.